вами снова Старкиллер, и это влог мой. Я в такую чудесную, так сказать, погоду, вот смотрите, вот чудесная погода прямо. Хочу заснять, видео, влог. Хочу заснять. И да, это такое огромное дерево, береза. О, да, береза. Я вам, немножечко хочу показать. Немножко хочу показать, где я живу, но не показать реально. Так. Реально, вот эта улица там. Так, нет. И да, кстати, вы, наверное, всегда спрашиваете, вот что это за какие-то птицы у меня. Это мои куры. Я могу сейчас вам показать их. Так. Могу сейчас их вам показать. Весной, так снимать влоги, кстати. Я сейчас, кстати, в футболке хожу. Вот. Куры, так сказать. Могу еще показать, что внутри их бардака нафиг. Сейчас могу показать. Так. Вот такой у них бардак, так сказать. Только... Стоп, хлопа, только потом сложно будет так закрывать. Оп, а да. Закрыл, да. Наверное, влог будет идти 4 минуты, но там еще, я не знаю, что вам показать, но, наверное, огород показать. Да, если вы не знаете, я живу в деревне, да. Я просто сейчас, когда потом где-то 3 дня выходных, я всегда, вот так сказать, уезжаю на дачу, а так я уезжаю там, в квартиру там. Огород есть. И показываю ту звезду всего этого. Тачку. Да. Военная тачка. Звезду всего. Звезду моего второго влога. Только, можно сказать, уже надо бежать. Короче, тут сейчас такой ветер, то что нифига не жить надо, короче, бежать. Ух, ладно. Ух, так убежал, прямо сказать, от ветра, как какой-то нафиг флэш. Ладно, это мы закончим влог. С вами был Старкиллер. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока!